Актриса и известный эзотерик познакомились в шестом сезоне «Человека-невидимки». СМИ вспомнили, что покончивший с собой известный шаман Дардокус То, который стал известен участием в шоу «Человек-невидимка», пытался лечить известную актрису Анастасию Заворотнюк. Напомним, как ранее писал Топ-Ньюс, тело экстрасенса было обнаружено в одном из хостелов столицы. Сейчас выясняются все обстоятельства смерти шамана, одной из возможных причин суицида называют проблемы в личной жизни Кусто, отягощенные его увлечением запрещенными веществами. Напомним, Заворотнюк в шестом сезоне «Человека-невидимки» становилась героиней программы. Там она как раз и познакомилась с Дардо. Эзотерик заявил, что на актрисе лежит порча, которую навели бывшие жены мужей, которых она увела из семей. В одном из интервью Дардо говорил, что он лично снимал порчу. При этом эзотерик уверен, что порча была обнаружена поздно, став причиной смертельной болезни актрисы. Кроме того, сильное влияние на здоровье Заворотнюк оказали зависть и предательство, которые актриса длительное время держала в себе. В результате, по его словам, некоторые проблемы были проглочены, а с этим ничего нельзя было сделать. Она много лет носила невысказанную обиду. Было очень много женщин, которые просто ее не любили. Настя не решала этот вопрос. Говорил шаман. Между тем, незадолго до смерти Дардо сделал новый прогноз для Заворотнюк. Заявил, что у актрисы наладится здоровье, и она даже отправит свою младшую дочь в первый класс. Напомним, что в настоящий момент родственники Заворотнюк никак не делятся информацией о состоянии актрисы.